Кира, и у меня для вас вопрос. Именно вопрос в комментариях, пожалуйста, напишите на него ответ. Смотрите. Значит, захожу я в X-Recorder. Вот. И, например, настройки. И я хочу, например, как вот сказать, как, вот, например, снимок экрана хочу сделать, камеру или щетку. Я нажимаю, ну, чтобы включить. Нажимайся. Вот. И меня перекидывают в это. Поверх других приложений. Функция недоступна. Эта функция отключена, поскольку она замедляет работу телефона. Ребят, кто знает, как это исправить? Пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что я не знаю, как это сделать. Реально. Я просто вот хочу снимок экрана, и меня сразу же перекидывают вот сюда. Вот. Так что я не знаю даже, может надо обновить версию, может надо, я не знаю. Ребят, просто напишите, пожалуйста. И, ну, вы поняли, просто напишите в комментариях, а я вам лайкну видео, подпишусь на вас, если это сработает. Потому что на ютубе я видео таких не могу найти, ну, вот из-за этого что. Пожалуйста, напишите в комментариях. Всем удачи, всем пока-пока.